Всем привет, это «Открытый урок», меня зовут Полина Каминская. Ты уже знаешь, что первая рубрика нашей программы посвящена опытам. И сегодня мы покажем тебе, хотя, а попробуй угадать, крашеное коромысло через речку повисло. Дождик? Очень близко, это радуга. Ого-го, и как мы покажем радугу на нашей экспериментальной площадке, а? Спокойствие, только спокойствие, сейчас все увидишь. Сегодня в рубрике «Вопрос науки» мы рассмотрим такое интересное и очень красивое природное явление, как радуга. С точки зрения физики оно называется дисперсия, верно? Абсолютно верно. И сегодня для доказательства этой научной теории мы будем использовать совершенно малое количество подручных средств. Впервые такой опыт провел английский физик Исаак Ньютон. Было это в 1666 году. Ученый использовал луч света, стеклянную призму и лист белой бумаги. Так же, как и мы. На самом деле, белого цвета в природе не существует. Он состоит из 7 базовых цветов, которые смешаны между друг другом в определенной последовательности. Ты, конечно, знаешь, как запомнить эту последовательность. Выучить фразу. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый цвета. Их можно увидеть, проведя следующий эксперимент, для которого нам как раз понадобится фонарик, призма и белый лист бумаги. Итак, друзья, мы с вами настраиваем фонарик таким образом, чтобы у нас получился точечный цвет. После этого мы берем нашу призму, выставляем ее и начинаем светить на нее фонариком таким образом, чтобы у нас появилась наша радуга. Какая красота! Согласитесь, коллега, как-то сразу повеяло летом. Яркая, красивая радуга на синем безоблачном небе. Да, конечно, но знаете, есть еще интересный факт, почему же небо у нас всегда кажется голубым. Ведь на самом деле, как мы говорили, белого цвета не существует, но чистый воздух намного сильнее рассеивает именно синий цвет по сравнению с другими цветами, которые у нас есть. И поэтому небо летом всегда абсолютно кажется нам голубым. Удивительно и интересно. Обещаю, в следующей программе вы увидите не менее интересный опыт. Но пока спасибо профессору Открывашкину всегда и научному пожалуйста. Шоу «Открывашка». А ты слышал о том, что недавно на Международной космической станции расцвел первый выращенный в космосе цветок? Не только слышал, но и видел фотографию. Обо всем этом прямо с орбиты сообщил в своем твиттере американский астронавт Скотт Келли. Ну а сейчас свою актуальную новостную подборку озвучит редактор нашей группы ВКонтакте Катя Дмитриева. Всем привет! Внимание, внимание, родители и малыши-подготовишки! С 1 февраля во всех общеобразовательных учреждениях Красноярского края ждут заявлений о приеме в школу. Всего в Красноярске будут сформированы 400 первых классов. Все вопросы будущим учителям родители смогут задать на дне открытых дверей. Такое мероприятие проводит каждая школа, лицей или гимназия. Узнать, к какому микроучастку относится ваш дом, можно на официальном сайте Главного управления в разделе «Школьное образование». Новость для школьников и только для школьников. Вам интересно, почему вы должны учить тот или иной предмет? Или почему физкультура не каждый день? Хотите узнать все о школе, учителях, уроках и ЕГЭ? С 1 февраля стартовал конкурс на лучший вопрос министру образования нашего края Светлане Маковской. Принять участие может любой школьник с 1 по 11 класс. Вопросов от одного ученика может быть сколько угодно, а вот тема одна – образование. 20 победителей смогут пообщаться с министром лично. Заявки на участие надо направить до 14 февраля на этот электронный адрес. Кулибин, Журавский, Сикорский. А каких российских конструкторов и изобретателей помнишь ты? Пороховщиков, Королев, Ползунов. Этот список можно продолжать бесконечно. Россия издавна славилась инженерами. И именно за такими профессиями будущее. Об этом уже несколько лет ведется разговор на самом высоком уровне. Но нам тоже есть чем похвалиться. Один из самых известных красноярских заводов уже помогает школам растить новое поколение инженеров. Смотрим. Обещаю.
обеспечить программу по каждой школе конкретно, должен кто из наших специалистов будет в школе присутствовать, значит, какое оборудование поставить, либо организовать детей, чтобы они у нас. Час переговоров и готово конкретное решение проблемы целого поколения – нехватки квалифицированных инженерных кадров. Соглашение о ранней целевой подготовке подписали сразу 6 сторон – завод «Красмаш», Сибирский аэрокосмический университет, Красноярский педуниверситет и несколько школ Ленинского района краевой столицы. Теперь ребята, которым интересна техника, эксперименты и новые технологии, смогут готовиться к профессиональному будущему буквально со школьной скамьи. На самом деле, Министерство образования и науки Российской Федерации планирует, что надо начинать с детского сада уже это делать. И вот у нас же в некоторых школах уже есть детские сады, которые входят в состав школ. То есть, таким образом, профориентацию можно начинать из детского сада. Но, конечно, реально, скажем так, школьник начинает задумываться, когда он становится уже постарше, да. Но самое главное, чтобы пока он становится старше, на всем протяжении его как бы преследовали вот эти новые технологии, новое развитие, чтобы он понимал, что современное производство теперь это совсем не то, что было раньше. Это очень компьютеризированные, очень развитые технологии, которые позволяют, ну, получать удовольствие от этой работы. Конечно, для школ это партнерство – следующая ступень развития. Теперь эти общеобразовательные учреждения станут базовыми и для университета, и для завода, который, между прочим, имеет федеральное значение. Красноярский машиностроительный завод был основан в 1932 году. В этот период завод выпускал драги, паровые котлы и экскаваторы для золотых приисков. Позже линейка продукции расширилась до производства шахтных подъемных машин, проходческих комбайнов, транспортеров, а также барж и катеров. В годы Великой Отечественной войны красмашевские зенитки и минометы служили родине на всех фронтах. А после войны завод был реконструирован под выпуск ракетно-космической техники и холодильников «Бирюса». Сегодня «Красмаш» является основным производителем баллистических ракет «Синева», а также базовых модулей разгонного блока для ракет-носителей «Зенит» и «Протон». Интересный факт. В 2014 году Красноярский завод произвел 16 тысяч факелов для Олимпиады в Сочи. Представители завода и университета говорят, теперь дело за школами. Директора должны пообщаться с ребятами и решить, какая именно помощь нужна каждому отдельному учреждению. Кому экскурсии и спонсорство на федеральных научных конференциях, кому новый класс. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вы присутствуете на поистине историческом событии для нашей гимназии. Для будущих инженеров распахнуло свои двери конструкторское бюро. В прошлом стандартный кабинет эволюционировал до компактного производственного предприятия. Здесь представлен конструктор и 3D-принтер. Это мы получили с помощью завода «Красмаш», то есть мы прошли грант и выиграли вот три 3D-принтера, на котором делаются вот такие вот модели. Сейчас в последнее время делаем ракеты, но у нас здесь одноцветная. Мы делаем их из трех цветов и больше. Как сувениры мы можно подарить учителю, маме там. Сувениры – это для того, чтобы заинтересовать, поясняет Татьяна Никитина, учитель информатики и руководитель конструкторского бюро 11-й Красноярской гимназии. Ну так и бюро-то всего месяц от основания. Позже ребята займутся созданием сложных 3D-моделей и разработкой авторских инноваций. При этом наставник максимально приложит усилия для сохранения той искры любопытства, из которой возгорелось пламя профессионального технического интереса. Это и есть метода целевого образования в действии. Было очень хорошее такое выражение, когда мы построили пирамиду, и ребенок говорит: «Ура, ура, я хакер, я хакер!» Ну, то есть было такое эмоциональное сопровождение относительно того, что у него что-то получилось. Вот, допустим, мы модель достраивали, у меня девочки так загорелись относительно автомобиля, они прибегали на переменах. Я их спрашивала, говорю: «Девочки, а вы пообедать, там еще что-то успели?» Они: «Все-все-все, мы все успели». Ну, то есть четко приходят на перемену, быстренько собирают модели и убегают. В скором времени бюро обзаведется еще и профессиональными программами моделирования, а также специальной учебной литературой. Ну а потом и почетной доской знаменитых выпускников, ставших известными конструкторами и изобретателями. Иначе и быть не может. Наверняка у тебя, как у каждого школьника, есть любимый учитель. Ну и что скрывать, есть нелюбимый? Может быть, просто дело в том, что тебе не подходит методика этого педагога. А может быть, ты сам недостаточно мотивирован на учебу? Пробуем разобраться на примере конкурса «Учитель года». Вопросы, ответы, сомнения, разбор полетов. И все это в одном сюжете.
Сразу оговоримся, когда в адрес нашей программы поступило предложение принять участие в работе жюри конкурса «Учитель года», вопросы были, и их было немало. Каковы критерии оценки, почему пригласили именно нас и так далее. Все просто, критерии есть, они разработаны Министерством образования. О них чуть позже. Что же касается остального, то в состав большого жюри входят как педагоги и методисты, так и общественные деятели для альтернативной оценки. Коллеги, вот мы собрались, сейчас у нас какая-то группа, да, как-то все это распределяется. Мне это не знакомо, поэтому поделитесь, пожалуйста, опытом. Интересно посмотреть уроки, которые учителя заявились на этот конкурс. Ну, чувствую ответственность, конечно, потому что, ну, судьба, кто у нас будет лучший учитель года. Всем желаю удачи, пускай каждый победит хотя бы в своей номинации. Которые, к слову, в этом году существенно отличаются от опыта прошлых лет. Номинации 2016 определяются стажем претендентов. Дебют для учителей с опытом работы от 3 до 5 лет, знаток от 5 до 10 лет, профи 10-15 лет стажа, мастер 15-20 и мэтр от 20 лет и выше. Педагогам предстоит пройти несколько этапов. Среди них эссе на заданную тему, педсовет, работа с интернет-ресурсом, демонстрация навыков методической работы и открытый урок. Вот на это испытание мы и попали в первую очередь. Нам предстояло прослушать два методических семинара, следом сразу же увидеть два урока подряд. Для удобства работы членов жюри критерии очень точны и не допускают разночтений. В одном только оценочном бланке урочной деятельности 10 основных позиций и 50 подпунктов. Мы с коллегами по жюри слушали, смотрели, задавали каверзные вопросы. Наука говорит о том, что проблема – это отсутствие нужного знания. А у вас методы проекта. Совещались и выставляли оценки. Ну а кто-то высказывал и свое личное мнение. Замечательные учителя, особенно молодые. Но хотелось бы больше методической работы с ними. А кто эту работу должен проводить? Ну, начиная со школы и заканчивая городским методическим центром. Однако главное это то, что молодые педагоги умеют, могут, практикуют нестандартный, у каждого свой, подход к образованию. Например, Наталья Грищенко, преподаватель английского языка в 9-м Красноярском лицее «Лидер» и одна из участников конкурса в номинации «Дебют», для любимых учеников украсила целую улицу. Вот с таких часов начинается наша замечательная улица Оксфорд-стрит. На ней есть очень много различных достопримечательностей, которые можем найти в настоящей Великобритании. And it's real true. Все о Гарри Поттере, включая настоящую карту мародеров, важные факты о королевской семье и Виндзорском замке, секция книги «Алиса в стране чудес», музыкальный музей группы Beatles, а еще знаменитый лондонский дабл-деккер и красная телефонная будка. Все это для того, чтобы детям захотелось узнать язык этой интересной страны. Наталья обустроила все сама. Она искренне верит в то, что педагог – это социальный инженер. Именно от нее и ее коллег зависит то, каким наш мир будет завтра. В этом я вижу миссию, то есть то, что я сейчас вложу в детей, как я их сформирую, что я смогу в них развить, как, может быть, в академическом плане, духовно-нравственном, то будет потом в обществе на завтра. Я вот в этом вижу большую ответственность учителей вообще перед обществом, вот, и перед самим собой. Звучит несколько максималистски, однако педагог – это лидер, который должен вести за собой. И в этих лидеров, молодых, но не ранних, искренне верится. Так что смело можно сказать, наши дети в хороших руках. В руках учителя года. Если не этого, то следующего. Все возможно. Говорят же, нет предела совершенству. А знаешь, кто сказал эту фразу? Версий много, но эксперты склоняются к мнению, что автор – древнегреческий философ Сократ. Хочешь еще больше интересных фактов? Не забывай про наши странички в самых популярных соцсетях. Пока-пока, и пусть у вас все будет на отлично.